Что-то зависло. Сложно идет трансляция Алексея Навального. Видимо, много людей. Мне кажется, Алексея начали задерживать. Вот, его и задержали. Быстро. Нет, вы видите, что происходит? Алексея Навального задерживают. Сами видели в прямом эфире. Уже посадили, да? Но все довольно жестко и довольно быстро. Не дошел он, допустим. Смотрите, а Навального, мне кажется, его пытаются отбить. Мы видим, сотрудники полиции начинают расталкивать мирно протестующих граждан. Все, у него тоже Алексея Навального. Нет, допустим, сажают много людей. И отгораживают от всех. Ну все, начались задержания. Так, стой, сняли, понять. Акция протеста в Москве. Навального отсекают, окружают автобус, чтобы никто не мог... еще люди запихивают? Не только Алексея Навального задерживают и других участников акции. И все, закрывают дверь. Держали Навального. Полиции... Я подойду, конечно, быстро и сейчас будут устраняться оттуда, чтобы как можно... У нас такая двойная трансляция. Ребята,